Поначалу можно подумать, что мы еще в Калининграде, но это Ржевка Пороховая, Санкт-Петербург. Название Ржевки идет от имени капитана Ржевского и принадлежавшей ему Ржевской слободы. Название района Пороховые произошло от пороховых складов, а затем порохового завода, построенного по указу Петра I. Мы находимся в бывшем военном поселении Охтинского порохового завода. Это дома для семей офицеров, построены в начале 20 века. Здрасте. А не подскажете, вагончик вот стоит тут, бытовка. Владельца не знаете случайно? А подскажите, как его найти можно? А что искать? Здесь есть. Можно? Да. Спасибо. Здравствуйте. А это ваш, да, вагончик, да, готовка? Да. А я художник и рисую на всяких вот таких объектах. Интересно вам было бы, если бы я рисунок сделал? Бесплатно. Пускай рисунок, то хорошо будет. Создавал. На колёс. Ну что, вот я только хотел сказать, что давно у нас не было бытовки вагончика. И вот, вуаля. Между прочим, вот эти вот колеса, это колеса от танка. Не знаю, как именно эта бытовка, но раньше делали их на заводе в Екатеринбурге, там же, где и делали танки. Поэтому колеса от танков. Сегодня тоже будет заливка с валика. А, не слося. Какую-нибудь историю про этот вагон. Что это за вагон вообще? Это вагон, привезен с
кушали все. Он как военный был или просто как кто-то? Не, не, рабочий. Да. Мой муж купил, а потом это мы с ним разошлись, и вот сейчас, не знаю, кому-нибудь продать его или что. Вот теперь вы его дороже можете с рисунком продать. Район. Чувствуется такая летняя спокойная атмосфера. Место тоже очень спокойное, тихое. Сюда не каждый попадет. Скоро буду контурить. Сейчас пока отдохну, поем сосисочки.
нравится? Да. Обалденно. Здорово. По дороге с облаками был такой мультфильм. Это персонажи отсюда. А эти дома, это получается казармы или офицерские какие-то военные дома, да? И что это за дома? Это дома офицерские раньше были. Это мой папка получал здесь квартиру. Ага. А раньше это лошадей здесь держали. Ага. Вот. Ну, 14-го года вот эти постройки. 1914. Да. И вот здесь соседи сгорели, вот им письма приносят, все. Угу. Не знаю. Вот окна заделали их не все. А то тут было все нараспашку. Угу. Когда они сгорели, все было нараспашку. И здесь сосед поскачивал. Заживо, что ли? Да. Пьяные напились. И уснули около печки. Она прямо около печки, а он здесь сбоку уснул. И вот это вынесли вообще вот такой сидячий. А ее вынесли, начали откачивать. Откачивали полчаса, не откачали. Еще кот у них сгорел, этот сиамский. Мы приехали с дачи. Я им все время говорила, приходила и говорила: Нина, сделай ты эту... Вот эта дверца у них была сломана. Угу. Я говорю, сделай ты ее. Ой, ты что, она так дорого стоит? Я говорю, да и ладно, вы сгорите когда-нибудь-то, а? Потом мы с дачи приехали, и вот они угорели здесь. Угу. Жалко, конечно. Да. Они приехали с Удмуртии откуда-то. С Удмуртии? Да. У нее сначала сын умер здесь. Угу. Это в 5-м классе мои дети ходили, и ему... Есть насилие. Угу. Я говорю, что вы ему носите-то? Пускай идет в школу. Мама, у него мама уехала, в общем, это, к мужику куда-то, а он один здесь живет. Угу. Я уже начала готовить, уже, чтобы ему нормальное носили, все такое. Ну, вот. А потом он уже вырос до 15 лет и взял сам себя и убил. Наркотик сделал и убил себя. Написал только записку: мама, ты виновата во всем. Потому что, ну, бросила его, а? Ну, вот. Да. А она потом ко мне приходит: Сезочка, давай выпьем. Я говорю, за что выпьем-то? Ну, за моего Женечку. Я говорю, иди ты нахер. Как за Женечку пить, если ты даже... Она даже не похоронила его. Дети мои приходили, говорят, мама, дай нам денег. Я им давала денег, чтобы они его похоронили. Угу. Вот его в бездомную могилу куда-то похоронили, не знаю. Ужас какой-то. Ну, это не расстраивается. Да. Жизнь бывает жестокой. Да. Женька-то нормальный парень был. Не знаю. Почему он так сделал? Ну, он же, видимо, сил нет. Ну, да. Ну, а чё? Ну, и она также погибла. Главное, держитесь. Всё будет хорошо. Я держусь. Ну, так правильно. Что ты, Майкиса? Вот теперь рисунок у вас будет. Да. Сейчас нарисую. Грустно. Я долго думал, вставлять этот рассказ в видео или нет. И все же решил оставить, ведь это часть жизни. Я бы не хотел, чтобы эта история вызвала у вас негативные эмоции или осуждение кого-то. Мы не можем знать точно, что происходило в жизни этих людей. Но мы можем сделать осознанные выводы из этой истории. Что алкоголь и наркотики разрушают жизнь. Что нужно быть добрее и внимательнее к окружающим. Никогда не унывать, несмотря на любые ненастья. Ведь облака обязательно рассеются, и выйдет солнце.
еще один рисунок готов. Пусть он всегда радует местных жителей и гостей района. Если вам нравится мой канал и что я делаю, вы можете меня поддержать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь моими видео с близкими. Всем большое спасибо за внимание. Ну а мы поехали дальше. Построенного пол.